Более 20 участников в номинациях театральных и эстрадных миниатюр, пантомимы и других юмористических направлениях сражались во Дворце культуры имени Кирова за звание самых находчивых, что связывает шутки и макароны по-флотски. Об этом в следующем сюжете. Ведущие в поварских колпаках и название конкурса – вот и все, что связывает фестиваль смеха и шуток с кухней. Макароны по-флотски – новый и необычный формат состязания от работников областного дворца культуры, которые и заварили всю эту юмористическую кашу. Девиз нашего конкурса для участников – шутите когда угодно, и вам за это никогда ничего не будет. Не бойтесь шутить, и вам это не больно, и вам за это ничего не будет. На сцене Кировки выступили более 20 коллективов, участников со всей области, как профессионалов, так и любителей. Соревновались творческие деятели по четырем направлениям. Лучшим театром эстрадных миниатюр стал Мотес из Полярного. Это был первый такой фестиваль, конкурс юмора. Это как бы первый блин, который получился не комом, но хотелось бы, чтобы было по времени это меньше, уже и быстрее. Все участники конкурса награждены дипломами. Гран-при первого юмористического фестиваля завоевали военнослужащие 63-го морского инженерного полка Северного флота.